Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Горожанка в селе». Сегодня один из предновогодних дней. Ролик снят 29 декабря. Вот такое вот у нас было утро. Вся природа такая вот красивая. Все покрыто было инеем. И, естественно, такая погода, она как-то располагает к поэтическим строчкам. Я, конечно, могу написать стихотворение, но сегодня я хочу вам показать, как эти строчки поэтические рождаются. Вот просто я иду по саду, а они сами по себе рождаются. Кто меня давно смотрит, тот знает, что я часто говорю, что я, в принципе, могу говорить стихами. Вот кому интересно, погуляйте со мной по саду и послушайте. А потом еще мы с вами кое о чем поговорим. Сад оделся в зимний наряд. Сад, конечно, этому очень рад. Посмотрите, какая утром у нас красота образовалась. Ой, просто какое-то зимнее великолепие. Зимнее великолепие, по-другому не скажешь. Ой, все тут красотища. Все в ине. Все веточки в ине. Какие туйки нарядные. Ой, прямо все у них вот до макушечек. Все оделись в ине. Да чего красивые. Все прямо так красиво. Зимняя красота. В природе доброта. Ой. Это вот высокие мои туйки. Смотрите, какие. Ой-ой-ой. Он выше бани скоро будет уже. Ой. А яблони, яблони. Яблони. И там вот на заднем плане это дубочки наши. Ой, какие все. Мороз сегодня очень сильный. И вот такая вот красотища. Прогноз опять не оправдывается. Должен был снег и потепление. Да, они говорят, могут дать прогноз только на 4 дня правильный. А тут даже на один день не могут дать прогноз правильный. Вот. Птичики летают. Что-то они знают. Знают о природе, говорят в народе. Скоро будет красота. Будет ли в народе доброта? Птички, щебечите. Что-нибудь скажите. Я вас буду слушать. А вы будете кушать, надо будет вам еды принести. Очень морозно. Пойду за едой. О, вон он, воробейка, сел. Кормушка как замерзла. Тоже вся в ине. Корм я, конечно, насыпала им, птичкам. Вот, а когда ролик готовила, вспомнила, конечно, я песню. Синий-синий иней. Ну, вообще, иней-то он белый. Правильно? Вот. Но это не беда. Потому что иней – это, в общем-то, вода. Вот так вот. Так что, познакомила я вас с красотой, которая вокруг моего дома образовалась этим днем. Рассказала о том, как, получается, вот у меня стихи рождаются. Вы послушали. Кто со мной давно на канале, тот знает. Кто недавно – приглашаю оставаться со мной, смотреть мои ролики, поддерживать меня. В конце года принято как-то подводить итоги. Вот с какими итогами я подошла к концу года как блогер. Подключили мне монетизацию, потому что набрала я нужное количество часов и подписчиков. За это всем большое спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз говорю. Рада новым знакомым, кто пришел ко мне по роликам про надежду. Пусть это виртуальное, но это общение, это новые знакомства, новые друзья. Я всем очень рада. Пусть такое общение, но тем не менее оно разнообразит мою жизнь. Ну, пора прощаться мне уже с вами. И в эти предновогодние дни я поздравляю всех с наступающим Новым годом.
желаю добра и радости. А завтра у меня будет день рождения, то есть уже 30 декабря, и мне исполнится 67 лет. Пока-пока, с вами была я, горожанка в селе.